Канал «Китайский Китай». Здесь представлена распаковка посылок, подробные обзоры товаров. Вы убедитесь, что китайский товар бывает качественным, презентабельным. Но иногда и наоборот. В виде обзорах вы увидите самые разнообразные вещи: одежду, электронику, украшения, обувь, товары для дома. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Удачи! Привет, привет, дорогие подписчики и зрители. Вот меня обрадовала сегодня наша почта. Очередным извещением пришло. Извещением, но с российским трек-номером. То есть посылка не отслеживалась. Но написали что-то вообще ужасное. Честно говоря, не знаю. Хоть по-английски я плохо разговариваю, поэтому не буду, потому что будут все писать учи английский. Оценили в 6 баксов. Отправлена была 04-го. Больше месяца шла она. Но на ощупь я догадываюсь, потому что я ее, в общем-то, жду, эту маленькую посылочку. Ну, давайте просмотрим. Ну, по названию вы, конечно, поняли, что это. Да, это всем известный MP3-плеер. В общем, я брал уже такой MP3-плеер и подарил его племяннику. На мое удивление, племянник остался очень-очень-очень доволен. И я для подарков, там мало ли кому-то что-то презент такой вручить, в общем, заказал еще два заказал. Стоили они что-то там около доллара, в общем, деньги маленькие. Но так, кнопка как-то кривовато, но нажимается. В общем, сейчас проверим, работает ли он. Так, тут лампочка мигает, и здесь лампочка тоже мигает. Отлично. Так, значит, они работают. Я взял карточку. Здесь вставляется карточка microSD. Вот у меня имеется 8-гиговая. Я сюда скинул песенку. И взял наушнички, дабы послушать, как они звучат. И поделиться с вами. В общем, он сделан из алюминия. Вы можете представить, алюминиевый. Вот такая прищепка, довольно нормально держится. Микро USB, вход для карты, для наушников 3,5, да и все. В общем, регулировка громкости, перемотка с play-паузы. Ну, я вам говорю, я тот даже не послушал, подарил, я его включил, что работает, даже не слушал. И подарил племяннику, и он так расхвалил его, что мне захотелось самому послушать, как он звучит. Так, в общем, так, как ее вставить-то правильно? Вот так вставляется. Так, все защелкнулось. Вставляем наушнички. Есть. И включаем. Включаем. О, что-то заиграло. Сейчас я быстренько послушаю. Что, ребята, прикольно, я вам скажу. Вы хотите послушать немножко? Да? Прикольно? Блин, за доллар. За доллар вообще реально. Конечно, чуть-чуть не хватает высоких. То есть, немножко недостаточно чистый звук. Ну, то есть, если сравнивать с качественными, хорошими MP3-плеерами, то здесь немножко не хватает чистоты звука. Но бас присутствует, самое интересное. Бас присутствует, и это компенсирует недостаток высоких частот. Но они присутствуют, да, они присутствуют. И к этому можно привыкнуть. Да даже... Да нет, ребята, даже есть. Да, все отлично. Все отлично. Все отлично играет. Я доволен. Так. Я доволен, вообще классно. Ну да, здесь нету никаких настроек, никаких регулировок, то есть вы не можете тут настроить звучание, как, к примеру, там в других, да, там джаз, поп, рок, там здесь определенные установки стоят, то есть вообще никаких настроек. Так, давайте этот сейчас проверим, послушаем. Так, включили. А, все запело. Сейчас этот послушаем. Блин, ну вообще класс. Ребята, честное слово, не знаю даже, посоветовать вам или нет, но я не пожалел. То есть за эти деньги, за доллар, грубо, да, сейчас они продаются доллар 60 центов, что ли.
и большое количество цветовых гамм. Ну, за эти деньги просто даже не жалко, то есть это грубо 60 рублей, да, 60 рублей грубо, не жалко послушать, села батарейка и выкинуть его просто-напросто, да. Ну, это я шучу, естественно. В общем, ребятки, честное слово, мне понравилось. Не знаю, там меломаны как-нибудь будут кричать, что овно, но может мне попалась такая удачная. Ну, я же вам говорю, почему я их заказал, что племянник тоже сказал спасибо. Очень понравился твой плеер, в плане того, что он простой, маленький, компактный, удобный, встроенная батарейка, все, что нужно, есть громкость перемотки с паузой, плей, все есть. Ссылку оставлю под видео, если не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, я повторюсь, что идут большое количество посылок, хороших, больших посылок, но что-то сейчас творится непонятно, и что-то медленно все идет, но идет. Ну все, ребятки, спасибо за просмотр, спасибо за лайки, пока-пока.